Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях пустота. Здравствуй, пустота! Что будем делать? И я не знаю. Кстати, я написал книгу «Смерти. Записки и мемуары смерти». Смерть – мой лучший друг с детства. Это ее дневник, который она передала мне. И сказала, что я знаю, что с ним делать. Книгу смерти вы можете найти по запросу в Яндексе или Гугле, набрав «Книга смерти» Иннокентий Мамонтов. Что, пустота? Ты уже прочитала ее? Так быстро? Ну и что ты скажешь? Ну понятно.